Мы едем мост через Каму, это от Елабуги на Ульяновской трассе. И сейчас показываем качество полотна, нету ни одного стыка. Дорога идеально ровно, как будто ты не по мосту едешь, а просто по шоссе по какому-то. Вот, научились делать мосты такие вот. Протяженность тут как бы километра полтора, наверное, примерно есть. Ну, вот есть, сейчас мы проехали, есть был переход. Но он идеальный переход, его не заметишь. А так, в принципе, эти деформационные швы нам объясняют, что вот, постоянно ремонт нужен, что-то еще не можем сделать. Вот люди делают мост, мы уже второй год подряд ездим, и получается ни одного стыка больше нету. Идеально ровная дорога. Это Татарстан, видимо, так умеет делать мосты. Ну, сейчас мы можем до конца видео снять тут. Сколько мост идет, но больше нету. Ни одного стыка идеально вообще. Просто тут ограничение 40, поэтому больше не можем проехать. Вот второй деформационный шов, который тоже идеальный. Все, здесь переход, маленький островок идет, и потом снова мост. В принципе, там такое же качественное.